В семье Лукьяновых крышки от бутылок в мусор не выбрасывают. Их моют, а затем высыпают в специальные контейнеры для переработки. Новый накопитель региональный оператор установил в парке Гагарина. Восьмиклассник Ярослав вместе с младшей сестрой Ариной одними из первых утилизировали свои запасы и приняли участие в эколого-благотворительной всероссийской акции «Добрые крышечки». Ну, уже как 3-2 года собираем эти крышки на благотворительность. И я действительно рад, что эти крышки не выкидывают. Ну, мы всеми классами в течение года собираем эти крышечки, которые идут на благотворительность. И у нас в коридоре на первом этаже стоит специальный наполнитель, куда мы их засыпаем. Крышки от бутылок отправят на переработку, а вырученные средства передадут в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Деньги потратят на покупку инвалидных колясок и другой реабилитационной техники для ребят с ограниченными возможностями из приемных семей. Цель проекта, она двойная. Первая, во-первых, это пластиковые крышки являются ценным сырьем, которые, благодаря вот данному нашему участию, они не выбрасываются на полигон. И второй посыл, не менее важный, это благотворительность. Это помощь детям, которые остались без попечения родителей. Это и закупка инвалидных колясок, и другая помощь. Ну, это не просто какой-то раздельный сбор мусора, это не просто какой-то жест добра. Философия немножко глубже этого проекта. Она помогает людям перейти от традиционного «мне все должны» к такой позиции, что я могу сделать для того, чтобы сделать этот мир чуточку лучше. В прошлом году региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами закупил и установил более 40 накопителей для сбора пластиковых крышек в школах, детских садах, районных администрациях. В этом году контейнеры устанавливают в парках. Ценное сырье можно утилизировать в Струковском саду, в парках Щерса, Металлург, Гагарина. В ближайшее время новые контейнеры поставят в парках Дружбы и Победы. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.